Кампания начинается 1 апреля. Планируется, что до середины июля ряды вооруженных сил пополнят новобранцы от 18 до 27 лет. Медосмотры призывников будут проходить в военкоматах региона. Кроме того, отметил губернатор, необходимо провести встречи призывников с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов. В ней Минкондратьев также дал поручение главам муниципалитетов помочь в работе призывной комиссии, выделить помещения, медикаменты и медицинское оборудование.